Клуб наш «Торнадо» был создан еще в 90-х годах. Существует он уже на протяжении 25-26 лет. Занимаемся мы в 23-й школе. Ребят занимается порядка 50-55 спортсменов в клубе. Возраста, то есть начиная от 5 лет и до 25-30 лет. То есть существует много разных возрастных категорий детей. Выступаем на соревнованиях, на республиканских, на всероссийских, в другие республики ездим, в Донецкую. Принимали участие в Кубке Дона в ноябре, привезли все призовые места, одно первое, два вторых, одно третье. Также готовимся, завтра едем на чемпионат республики по гадзюрё карате, будем выступать. Девушки у нас тоже занимаются, сейчас в данный момент готовится одна девочка, боец, так бы я сказал, готовится к чемпионату, который будет проходить в Ростовской области, в городе Кошары, по кикбоксингу. Главное приходить, заниматься, стараться, иметь желание к этому, не пропускать тренировки. Тренировки у нас в понедельник, среда, пятница с 15:00 и до 19:00. С 15:00 начинаются дети, потом постарше и уже потом вообще старше идут. Находимся мы в бывшем здании школы номер 23.